Торжественное перевязание ленты в честь открытия нового здания Южно-Казахстанского областного филиала. Сегодня в новом филиале Народного банка Казахстана трудятся 700 специалистов. Для создания комфортных условий сотрудникам банка было принято решение о переезде филиала в новое здание, расположившееся на площади Аль-Фараби. В своей речи Жанси Туймебаев подчеркнул, что каждый третий житель Южно-Казахстанской области является клиентом Народного банка. Народный банк считается у нас лучшим банком Казахстана в Южном регионе. И думаем, что в дальнейшем расширить свои услуги, прекрасные здания, имеет более 40 филиалов, и каждая семья Южного Казахстана обслуживается Народным банком. Сегодня филиал Народного банка в регионе занимает лидирующие позиции по многим направлениям бизнеса, имеет около 900 тысяч клиентов, обширную сеть из 40 представительств, представляет свои услуги в самых удаленных районах Южно-Казахстанской области, а также активно развивает дистанционные каналы продаж и участвует в государственных программах по финансированию предприятий. Объем финансирования, который проходит через госпрограммы, свыше 5 миллиардов тенге, и это больше 50 предпринимателей области, которые сегодня обслуживаются через Халык-банк по госпрограмме. Ну, наверное, это основные цифры. В целом хотела отметить, что несмотря на кризисное время, Халык-банк никогда не останавливает финансирование инвестпроектов, финансирование своих проектов по расширению. Мы продолжаем вкладывать в сеть, в инвестиции по дистанционным каналам обслуживания. За 12 лет банка было построено 8 новых зданий региональных филиалов в городах Актобе, Караганда, Астана, Кастанай, Семей, Павлодар, Усть-Каменогорск и Шымкент. Мария Галушко, Мурат Адинаев, ТВК.